На конкурс дети читают стихи. Арина Гужина, 12 лет, город Знаменск, зима, Назар Начми. Белым-бела уже зима, как будто вымазаны мелом. Леса и степи, и поля осталось все под снегом белым. Поля уснули до весны, дремать работникам усталым. Какие видятся им сны под теплым ватным одеялом. И солнце, словно отдохнут, решило в это время года. Зайдет, совершит свой краткий путь и вновь уходит с небосвода. А ветры взялись за свое, они над степью завывают, они безжалостно с нее одежды белые срывают. Она беспомощно лежит, земля, озябшая до дрожи, а солнце с высоты глядит, ничем земле помочь не может. И все же зима не навсегда, вон человек в своих заботах, такие даже холода о летних думает работах.